почему-то смотрю на тебя, мне кажется, что тебе нужно какое-то реальное общение с людьми. Что, какие-то курсы проходил там? Наверное, просто разбираюсь в людях. Ну и вообще там книги читал раньше. Какие книги? Разные. Психологии? Угу. Я сейчас тоже, кстати, начала читать. О книгах говорили, о театрах. Ну я просто не глупая девочка, я так ему начувствовала. Расскажи, что ты самое, вот самое-самое-самое жесткое делала. Ну, базарила всякую дичь, я так считаю. Ну, вообще, рассказала ему, что наркотой гасилась, спрашивается. Вот это обворожение. Закрытие, допустим, клубешника какого-то, мы там лыгана какого-то выцепим, выведем его и напшикаем баллончиком глаза ради прикола, убегаем. Чисто ради развлечения пьяные головы. Я даже немного обеспокоен. Не, сейчас все нормально, я ж не просто так тут сижу. Я пока съем. Угу. А я пока выпью. И когда он мне там валил, что-то про свою житуху рассказывал, я там бокал себе приходила. Раньше я пила коньяк, водку, понимаешь? Ну, приличные дамы, ну, таким не накидываются. Понимаешь, если я начинаю бухать, то у меня наступает борода. Я за то, чтобы выпить. Потом уже шканина в ход пошла. Я была быдло бабы, а теперь становлюсь нормальной. Ну, короче, леди хочу стать. Давай за целеустремленность. Какой там урок алкогольного этикета? Я себе нормальный глоточек сделала. Ты один будешь на нас на всех, да? Только твой буду. Можешь делать со мной все, что хочешь. Давай за приятный вечер с невероятно крутой спутницей, которая... Сорян, я просто не знаю, как надо очаровывать мужиков. У нас была барыга, которая вообще вот так вот языком там делала ветер. А я просто не знаю. Я за то, чтобы выпить. Меня, походу, нагребло. Ты будешь со мной колтырить до самого утра. Хавка есть, бухлишка есть, я тебе спать не дам. Но я все равно была воспитана. Я хоть и накидалась, но когда он говорил, давай выпьем, свои тосты толкал, тогда я и бухала. Все, мы сбежали. Не могу курить, когда ты смотришь. Почему? Мне неловко. Вот если бы у меня был такой молодой человек, как ты, я бы не курила, потому что я знаю, что парням ну, не очень-то приятно называть курящих девушек. Нравится тебе платье? Да, ты знаешь, мне нравится, что можно его быстро поднять. Вот так вот? Это опасно. Почему? Потому что. Я должна была ему стриптизом танцевать? Или тверк на столе? Ну, зачем? Я ж леди. Татьяна вела очень себя сдержанно. Вообще не было чувства, что она пацанка. С удовольствием буду с тобой общаться еще. Очень даже взаимно. Такое ощущение, как во сне это все было. Но я не нажранная была, я просто была довольна. Я хочу тебя поцеловать. Как ты на это смотришь? Нет. Я считаю, воспитанные девушки на первом свидании не целуются. Ты, конечно, братюльник, извини, но с типами в десна лупиться не собираюсь. Ты меня не уболтаешь. Вообще, все, пока. Я там с чуваком ничего лишнего не позволила, потому что в каком бы я состоянии ни была, меня хуй разведешь. Привет. Александр. Приятно познакомиться. Складно було те, що в мене є хлопець, і тут я привели ще одного, і треба його привлечь до себе. Це що, горілка? Я ж не п'ю січіли, я взагалі водку не п'ю, ви що? Серйозно не п'єш? Не п'ю водку. Лучше пожую. Я плянкаю. І от цього не можу ізбавитися, так що прості, наперед. Хліба не вистачає. Хліба? Да. Зрелище. Ти водку будеш пити? Ну, якщо ти не будеш, то я, мабуть, не буду. А, то есть, если я буду, то ты тоже будешь, да? Не, ну какая разница? Вот надоедет друг от разницы, какая разница. Времена я проскальзывал, у него такие повадки пацанские, резкость, выражение. Я вот это просто не знаю, будь собой все-таки или сдержаться. Я хотела тогда выпить в той момент, короче, я уже так аж разыгралась, думала уже так, знаешь, там, о, сейчас налью, там все дела. Давай, за знакомство, да. Никита. Да, боже. Так. Сколько ты классов закончил? 11 все, как положено. Я 9.
планируешь дальше потом учиться? Да. Я бы хотела закончить курсы маникюра и визажистики. А если так смотреть на будущее, там, туда-сюда, я бы закончила мединститут. Угу. Неплохо. Ой, коньяк. Коньяк. И у меня стоит выбор. Либо на***ться, и все. Либо пытаться исправить эту проблему алкоголизма. Прям маленький. Давай нальем. Леди просто горилку не пьют. Ну, согласен, да. Ну, запахом чувствуешь, что она вкусна. Напиться. Что я говорю? Ну, зачем напиваться? Можно чуть-чуть пить. Так леди не пьют чуть-чуть. Леди напивается? Мене встановило, що це було без запівона, тому що я знала, коли я п'ю, ну, без запівона водку, я знаю, чим це кінчається. Ну, я не хочу коньяк. Ну, хорошо, зараз я коньячка. Я пішла змінюватися. Якщо б я почала з водки або з коньяка, то все, виносите мене семеро. Ти десь путешествував? Був у Санкт-Петербургу і в Москві. В Житомирі був? Ну, як проїздом був. Ти любиш путешествувати? Угу. Був вже багато де? В Болгарії був. В Євпаторії я була. В Євпаторії? Я в Алуште жив. Де? Алушта. Ні, не чула. Якщо по-трізвому з ним базарити, то реально складно. Лучше б я хильнула, бо тоді б я привлекла б внимання. Давай потанцю. А можна я розуюсь, бо в мене апендицит просто буде? Серйозно? Так. Да. Да. А де нам танцювати? Тут, так? Да? Ну, ти маленька. Я маленька? Ну, а хто? Ну, не знаю. Це фігура може... хороша. Правда? Ну да. Я взагалі ніколи я не жалувалася, тобто на дієту, там, поняв, короче, всі діла. Для мене це якось, ну, блін, похавала собі, да й похавала, мені нормально. That you settled down, that you found. Я, возможно, пригласил её второй раз на свидание, потому что она мне показалась интересной, довольно-таки открытая, такая, какая она есть. То есть в этом ее плюс. Милая девушка. Спасибо. Я сижу уже красного словила, сижу уже, не знаю, что ему отвечать. Ты тоже хороший. Спасибо большое. Девушка реально пришла менять себя, она вела себя как леди настоящая. Привет. Привет. Меня зовут Женя. Ася. Очень приятно. Очень. Чем занимаешься, где работаешь? Танцую. А какие у тебя танцы? Нормальные, пойдет. Ну, какие-то бальные там? Нет, стриптиз танцы. Ого! Он вот это улыбается. Что ты мне скалы свои скалишь? Задолбал. Я вот сидела, не могла расслабиться. Давай лучше вообще покурим сначала, а потом мы с тобой пообщаемся. У меня все тело хотело сигарету. Ты что ищешь? Тут любовь свою. Надоели банальные вот эти фифочки. И мне хочется пообщаться с человеком, который просто такой, какой он есть. А, ты хочешь, чтобы я тебе показала, какая есть? Я ему рассказала, что я нагик. Я ему рассказала, что я алкоголичка. А задание же было для того, чтобы я типа очаровала его. Привет. Привет. Алена. Ярик. Как? Ярослав. Ярослав. Симпатичный. Стильненько одет, типа, ну все как надо. Ну, еб***ь. А вы меня в этот мешок запрятали. Надели тот чехол, блин, копыта бабки, и все, иди. Как хочешь, так и влюбляй его в себя. У тебя есть какие-то вот прям супер-пупер истории из жизни? Могу тебе рассказать за свою судимость, как я ее весело судимость? Получила. Судимость? Да, у меня их три. Прикольно. Это меня шокировало, конечно. Человек должен знать, с кем он имеет дело. А ты как, любишь вообще выпить? Сейчас я не против выпить, скажем так. А я люблю выпить. Так, хорошо. Я к теща под лед. Увидела хлопца, потекла, все. И чтоб язык развязался, решила навкидаться так, чтоб... Давай еще гахнем. Вот я чувствую, что меня выгонят. За любовь, за дружбу, за принцессу, за меня, за тебя, за все остальное. Дося, сына, простите. Сейчас мама напьется опять. Давай до дна. За х**ный вечер. Да. В принципе, я ж не алкоголичка. Шлифанемся? Давай.
А только сейчас я уже раскрываю. До дна. Ну и я накидалась, чтобы как-то чувствовать себя пороском. Винье. Смотри, что у меня даже есть. Это шпанская мушка. Что? Это охуенный возбудитель. Взяла я этот возбудитель с урока с борчами. Ему там пол фанфурика, себе пол фанфурика. Тебе нравится? Мне очень даже нравится. Но без платья было бы лучше. А как тебе мои туфли? Матерь Божья, Иисус, и слезы, что это? А это ваша нога? О май гад. Я девушка свободная. Могу себе позволить. Въебло. Вот и все. Я ебашу бабу Машу. Конечно, я помнила, что леди нужно 150 грамм вина. Поэтому я выпила то шампанское, две бутылки конины и шампанским запила. Прям как леди. Умеешь курить на брудершафт? На брудершафт и понеслась у меня жара в хату. Да, я попозорила, конкретно попозорила школу леди. Я ж-то думала, я самая грешница этой школы. Опа, воу-воу-воу-воу. На свидании мне ни разу еще не делали стриптиз.